Это самка номер один. Это самка номер два. Они претендуют на гнездо, которое над моим окном. Их привел вот этот самец. Который делает вид, что он вообще не при делах. Что это не его женщина. У самого там птенцы внизу. Вот он сел. Делает вид, что он ни при чем. Его законная супруга, наверное, среди вот этих двоих, она ругается. Мне не нравится, что какие-то самки. Вот, вот она или супруг, вот он. Это, по-моему, молодая супруга. Вот девочка. Молоденькая. А та, которая ругается, ругается вот это. А самец как ни в чем не бывало. Во-во-во-во, что он делает, а? Он изображает из себя немощного. Во-во-во, завлекает. У него сейчас тут и супруга, и любовница, и вот он на два фронта работает. Он смотрит на супругу, а сверху, значит, возможная пассия будущая. Изнемогает от любви. Очень сильно хочет повторения семейного счастья. Первые декады. Забыл, что у него птенцы, он их уже не кормит совсем. На всякий случай ухлёстывает за супругой. Еще новенького привел. Буквально разрывается на две семьи. На полторы пока. Но не теряет надежды. Везде успеть. Где-то улетел. Где?